Всех витаю. Сегодня едем в Канев уже. Тамара, Света, привет. Олежка за рулем. Привет. Да, сейчас еще хочу попробовать сделать прямую трансляцию. Ну, как всегда, может, не получился. Держу на селфи-палке, чтобы всех нас было видно. Вот так. Как-то может быть, чтобы нас было видно. Вот так. Тамару не видно, Тамара, тебя не видно. Да. Едем гулять! Мы едем. Уже недолго, скоро будет елка. На собаку ничего не дадут. Я сама как елка, как оделась. Елочка. Дед Мороза не позовут. Олежка нас только отвезет и назад приедет, да, Олежка? Да. Так, ну что. Ну все, буду пробовать сейчас прямую трансляцию. Вот продолжаем трансляцию. Только что закончилась. Только что закончилась трансляция. И я вам показываю дальше дорогу. И сейчас я вам хоть на видео покажу вот эту дорогу с ресторанами. По Новообуховской трассе начинается мегамаркет, открыли новый. И есть мануфактура, вот где башенка вот эта вот, мануфактура. Там очень красиво, магазины новые открыли. Очень красиво. Когда-то я вам показывала уже, с Камалом заезжали. Можно здесь купить продукты в мегамаркете, тоже вам когда-то показывала. И дальше едем. Такие холмы красивые за городом. Начинаются рестораны. Аквариус. Тут, кстати, какой-то новый. Поменялись. Он-то старый, но поменялись, наверное, владельцы, потому что он по-другому назывался. Скоро с этой стороны пляж, летом сюда ездят на пляж люди с левой стороны, и ресторанчик здесь какой-то, не знаю, как называется. С этой стороны ресторанчик, так, с этой стороны ресторанчик Хуторец. Вот, проезжаем его. Вот отель какой-то тоже, название на английском, правильно. Здесь вот в мексиканской одежде когда-то люди сидели. Вот это называется ресторан Нушиджан Ляпота. Вот Трипольское солнце. Ресторанчик такой. Это Трипилля. Сейчас начинается ресторан София. Вот она, София. И большие территории, сауны, красивые рестораны. Вот здесь еще какой-то есть ресторан. А нет, это Садовый центр, по-моему, здесь. Да, это Садовый центр. А следующий — Чумацкий шлях называется ресторан. Чумацкий шлях. Это таверна уже началась. Ресторан таверна. Это все ресторан. Это ресторан называется Партизан. Подают три мушкетера ресторан. А я с той стороны забыла вам показать. Будет следующее. Матрешка там была.
матрешка, а еще как-то только что на английском как-то называется. Вот, еще. Романкивская усадьба. Усадьба Романковская. Край раньше был, а сейчас усадьба Романковская. И все. И дальше уже в город Обухов. Да, заехали в Сакар, в туалет, и всегда пьем кофе разных, латте, и добавили сиропа. Я себе хотела ваниль, а получилось, что я себе карамель. Карамель мне не очень понравилась. А это Света себе кленовые дела. Вкусненько. Мы так любим. Вот это тоже такие трубочки очень вкусные. Ну, Сакар всегда нравится. Здесь так тепленько. И вкусно, самое главное. Лежит снег. Туманно не видно. Вот, кругом белые поля. Снежные. Ну, может быть, даже и снег выпадет, да, сегодня? Посмотрите, какое все. Все кругом белым-бело. Шлепки на снег. Кого-то везет, какого-то зверя. Кто там у него? Такие кресты при въезде в каждое село. Вот мы уже и приехали в Канев. Посмотрите, какая елочка у них, Канев. Пышная такая сосна. Ох, и украсила. Это Светланка украсила? Да, то Света. Ага. Светланка на работе. Работает, не покладая рук. У нее сейчас как раз самый сезон. О, посмотрите, какой снеговичок. Юлику, я вам привет, любимым зрителям. Привет. Приехали. Моим садовальникам в Канаве на базаре. Да. Говорят, да? Это время я снимаю, это ручки не снимаю. Сейчас я Юлику найду. Вот еще веночек. И елочка, боже мой. Юля, ну ты богатая невеста. Аж две коляски у тебя. Да, Юль? Ты богатая невеста? Да, я невеста. А, такая богатая, аж две коляски имеешь. Где дедусь? Он шукает твою мобилку. Шукает мобилку, понятно. Ах, и дедусь. Привет! Привет, привет. Здравствуйте, зрители Ютуба. Любимые зрители. Блин, ты чем занимаешься, Галя? Кушать варю. А, кушать варишь? Да, ага. Как всегда. А что это ты готовишь сегодня такое вкусненькое? Это это супчик, да? Да. Ага. Поехали. А что так Харн говорили? Харн это где вы варите? Харн это Валера делал. А где? Он это... Печи? Поставил. Нет.
чтобы это... он настаивался. Так это хе будет. Из желудка. О, тут поют. Новий рік прийшов на Україну, хай дарує нам добро і силу, хай пісні звучать у кожній хаті, щоб здорові всі були багаті. Чтоб не там танцевала, говорит, иди сюда, говорит, вот танцуй. Так там места нема. Есть, вон там, Света, вставай вон туда, вон туда, встань вот туда. Она хочет, чтоб видеть тебя, понимаешь? Новый рик пришел на Украину, ай, даруя нам добро и силу, ай, жизни летят у ходника, чтоб здоровье були багаті. Новий рік прийшов на Україну, хай дарує нам добро і силу, хай пісні звучать у кожній хаті, щоб здорові всі були багаті. Баба пішла в рознос. Рік прийшов на Україну, хай дарує нам добро і силу, хай пісні звучать у кожній хаті, щоб здорові всі були багаті. Прийшов на Україну, хай дарує нам добро і силу, хай пісні звучать у кожній хаті, щоб здорові всі були багаті. Новий рік прийшов на Україну, хай дарує нам добро і силу, хай пісні звучать у кожній хаті, щоб здорові всі були багаті. Вау! Браво! Браво! Брависсимо! Зараз дай на билку, так же воно не покаже. Дуже не покаже. Правильно я сказала. Правильно. Що ти правильно сказав? Що треба набирати трубку, а то різко не покаже. Понятно. Ого, реклама. Давай, танцювай, баба Света. Баба Света. Посмотрите, кто. Подома конь-козак молодий, чули зегнам тем причином. І ще чули з Україном. Гей, 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 сокол. Обминайте горді сідоли. Дівчиночку, теплий воромочку. Гей, 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 соколи, обминайте горді сідоли. Дів, 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 дівчиночку, теплий на дів, дів, дів.
Не на польский, давай на польский поставим. Кондин, чуй. Hej, sokoły, omyjaj się, góry, lasy, doły, złoń, 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 dzwoneczku, pójdź te pochowy, skoroneczku. Hej, 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 sokoły, omyjaj się, góry, lasy, doły, złoń, 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 dzwoneczku, pójdź te pochowy, złoń, złoń. Jest niemało jeszcze więcej w Ukrainie, moje serce tam zostało się niekochane i mej dziewczynie. O, papa Galia przyjechała. Uuu, papa Galia przyjechała. Привет! Миша, привет! А мы тут, Томас, Олег, концерт у нас уже тут идет. А мы все гроши зарубили и приехали. А Светланку не привезли? Нет. Еще будет работать она? Да. Ох и трудяшка, ох и трудяшка. О, я еще композицию вам покажу. И такая еще креативная елочка. Потому что Новый год идет. Сами придумываем песенки, да, Юлечка? Новый год. Бабули приехали. Новый год. И танцует, и поет. И танцует, и поет. Весь честной народ. Танцуешь даже, да, Юля? Даже шарики танцуют, даже Юлечка танцует, даже бабушки танцуют, и танцуют, и поют. Маратуна, не трогай их. Хорошо. А то они поплачут сейчас. А, не трогать их надо. Кто пришел? Тусю. Бабуля? Дедусю? Нет. Дедусь ей нужен. Только дедусь, все. Баба Света снилась уже ей во сне. Да ты что? Да, она все один раз проснулся, говорит, мне баба Света снилась. И снится нам мирок от космодрома. Это единая небо. А снится нам бабуля Света дома. Бабуля наша, бабушка, баба. Ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам. Ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам. Ля-вилюминатори видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери. Вася, ты как в церкви. А папе Свете я грущу одна. И звезды тем не менее, и звезды тем не менее, хоть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы засмения, грустим мы и свои мы видим сны. И снится нам не рок от космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам бабуля Света. Бабуленька, бабуленька, баба. Бабулечка моя. Моя это не твоя. Бабулечка, баба. Баба-ба-ба-ба-ба-ба. Бабу-дубу-дубу-да! Бабу-ду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 б
La budu da, do do do, do do do, do do. Da do do do, poo poo. Italia gli spaghetti al dente.
è un partigiano come presidente, con l'autoradio compra nella mano destra e canorino sopra la finestra. Buongiorno Italia e i tuoi artisti, con troppa America si manifesti, con la canzone, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno sore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché il mio sole ci sono italiano. Deva pivani che va pivani che horro molotele, adine curche ciuba turche domle na nase. Da curche rurale ma hai fita. Top melle, top melle, cosa nascepa, ye, ambalen, che cosegna, nascepa, cibraie, ambalen, che cosegna, tko nascepa, cibraie, avorone, starirone, pisle, tanciuvate, leti v kruk, schopi v druk, почав розганяти, летів круг, схопив дрюк, почав розганяти. Наша пісня, так? Наша пісня гарна, нова, починаємо її знову. Тихо над річкою, ніченько темная, спиться чару. Яку хочеш? Запобігалі, встаємо тебе. Давай, давай. Ніжно шепоче таємною. Полетіла. Полетів. А чудо баби Галі. Це бабі Галі дають. Це мені.